Друзья, я вам покажу сейчас эффективный метод прокачки пресса. Сам не так давно начал пробовать. Покажу вам, оцените, попробуйте. Напишите в комментариях, кто как пробовал и каким образом. Ну, не каким образом, а кому как понравилось, как забили пресс. Три упражнения, получается, три в одном. Три упражнения – это первое – скручивание, второе – ножницы, третье – планка с поднятием корпуса вверх. Делается все по 30 секунд без отдыха и получается и три круга. Поехали! We'll be right back.
Ну вот, я и сделал этот комплекс из трех упражнений, 3 по 3, по 30 секунд, 4,5 минуты. Пробуйте, смотрите мой канал «Спортивный дед», подписывайтесь, ставьте лайки. Всем счастливо, пока!